Аласинозавр. Вот такое вот чудовище выглядит, конечно, дико ужасно, напоминает королеву чужих. Угу. Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и давайте-ка мы еще обкатаем Трагодисиса вот здесь вот на легкой башенке. Это у нас совсем обыкновенная башенка. Так сказать, рассмотрим его со всех сторон, перед тем, как мы бросим его на амбразуру, ну, собственно говоря, в основной турнир. Чё, в таком вот варианте, вот когда окошко у нас узенькое, так его как-то так, ну, резкости больше, перламутр прям какой-то там. И вот так. Оглушение поймали, отлично. Так, там еще у нас один был сейчас противничек, да? Ну, мы его сейчас тоже Трагодисисом порвем в клочья. Так, это вторая победа из троих. Из трех. Так. Отлично, ну и еще разочек. Еще разочек, отлично. Броников. Уберем броников. Но сражаться будем Трагодисисом. Так, и потом, пожалуй, наверное, создадим еще нового гибрида. Да-да-да. Создадим нового гибридика. Например, аласинозавра какого-то. И пойдем им посражаемся. Точно. Контратака, конечно, слабая, удар тоже, но в целом очень прикольный гибрид. Та-да-та-да-та. Так, Дейнохер, кстати, да, тоже полезный динозавр. Это без урона непобедимость. Ну давайте непобедимость. Хотя она сейчас нужна была. Ну ладно. Это позволит нам точно держать победу. Контратака. Теперь удар. Давай, бей, бей по полной. Вот и все. Ну, двойной урон неплохо, да, 1000 заходит. Таникал Агреус. Все у нас тут быстрые. И нейтрализация у него. Контратака, очищение. Жаль, что без увеличения скорости. А, нет, есть, у него снижение скорости, отлично. То есть мы еще сможем сейчас его... убить, просто уничтожим его. Отлично. Монеточки не нужны, у нас уже полный фарш. Итого, так, давайте, ребятки, кого-нибудь мы создадим. Так, ну, аласинчика я хотел. Аласинозавр. Вот такое вот чудовище выглядит, конечно, дико ужасно. Напоминает королеву чужих. Угу. Реально, королева чужих. А, жестокая тварь. Ну, блин, правда, на экран не помещается. Вот, ну, почему нельзя сделать пошире, но в хорошем качестве? Ну, вот так вот, 16-й пока что у нас будет. Давайте посмотрим, вместо кого мы можем его взять. Изменить вместо 15-го. Готово, и давайте же посмотрим на его показатели. Аласинозавр.
легендарный гибрид, 2700, то есть жизни у него довольно много, ну как и у Аллозавра, и урон неплохой, 872. Даже есть броня, скорость слабая, у Индоминуса 107, но шанс крита неплохой. И что у нас есть? То есть он напоминает кого? Ну, либо Тираннозавра Gen 2, либо, наверное, того же Аллозавра. То есть сквозь броню 1, 1,5, двойной и опережающий перелич. Но тут задержка 2. То есть задержка большая. Давайте на Алыча посмотрим. Ну, Алыча и сквозь щит пробивает. То есть Алыч похож больше на Тираннозавра даже. Но скорость очень низкая. А показатели, смотрите, 2600, 900. Это какой у меня уровень? 15 уровень, 965, крит такой же, брони, правда, нет. То есть, Аллозавр помощнее даже по удару будет, но нету, конечно, такого же набора. Читаем. Аллосинозавр известный задира. Часто можно наблюдать, как он дерется за статус альфа-самца в стадах. Как это происходит среди современных азиатских буйволов? Генетики полагают, что ДНК хищника, добавленная в результате сплайсинга в геном этого гибрида, усилила уже имеющиеся территориальные наклонности синоцератопса. Вот так вот. Мол, такой он задирака, потому что он синоцератопс, да? Три пальчика. Ну, аллозаврид. И смотрите, как за задней части выглядит. Такая не плоская, обтянутая кожей, мяском. Все правдоподобно, реалистично. Ну, такой вот гребень, да? Ну, ни у кого из хищных динозавров, да, на самом деле, гребней таких никаких не было. Максимум какие-то шипики на ростике. Ну что, давайте мы еще соберем то, что у нас есть. Так, и еще один трехчасовой. Ну и можно идти в бой. У меня есть такая теория. Ну, сейчас давайте посмотрим, кто попадется. Нет, теория не оправдалась, ладно. Так, 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 так. Ну, у нас тут вообще жесть. Жесть, какой выбор. Ну, давайте откроемся с него, хоть это и как бы и неправильное решение. Тут надо либо шустрик, либо индоминус, либо броник. Так, ну ладно. Была не была. Очень больно. С критом. Но мы ударили без крита, в принципе, так же. И вот я уже вижу... хорошее преимущество, которое у него есть, но, к сожалению, он не успел его реализовать. Вот это было плохо. Но, не, нормально, нормально. То есть, в случае с Гаргазухом, это, короче, имеет смысл. То есть, не бить сильным ударом у Раптора. Оно ж... потеря хода идет. Так, снижаем урон. Но мы его пробиваем, хотел сказать, за два удара без проблем. Тут даже за один пробили. И какого ты уровня? 17 уровня. У него урон 800. Но он меня пробьет, если я его возьму. Ладно. Это, в принципе, без надобности, но раз такие дела... 73, да, очень мало. Идет контратака, конечно. Ну и сейчас двойной урон его пробьет. У нас же двойной урон. Сейчас мы сможем походить еще. Давайте даже паралич. Именно вот поэтому. Потому что он мог подмениться. И паралич не проканал. Это было обидно. Ну, щит, может быть, и было бы получше даже. Мы бы выжили, но он нас замедлил бы. Все равно бы он походил дважды. И все. Так, ну, все по феншую получилось.
Так, ну, Аласинича первым брать не стоит. Это было понятно и так, но хотелось на него сразу посмотреть. Помчались. Так, ну здесь у нас нет Аласинича, давайте возьмем Спикича. Гигаспикозавр. А у нас в Jurassic World Evolution гигант спинозавр. Гигант спинозавр, или как он там назывался, правильно? Так, он быстрее. Так, что у нас тут по счетам? Ну ладно. Мы контратаковали, нанесли обычный удар. У нас снижен урон, потому что это гаденыш раптор. Но я хотел вообще-то вот это сделать. Завтыкал на таймер. Так, ну надо бы себе бронечку поставить. Так, ой, он медленный, кстати, Раджик. Чё ты там из себя представляешь? Ничего особенного. Плюс 60. Он криты раздает, короче, я понял. Но у самого жизни мало. А, и контратака, конечно же. И щит себе поставил. Крит. Ну, 60% вот сейчас будет больно. Нет! Вообще капец! Как? А, 460 всего лишь сила удара. Понятно. Ну, смотрите, как хорошо гигаспикозавр держится. Хотя поначалу, когда пропустил я удар, думал, что ему будет хана. Но нет, смотрите, выжил. Так, ну это, конечно, нас пробьет. Но не с первого удара. Блин, ну смотрите, реально. Долго живет. Долго живет с таким набором ударов, это круто. И спина напоминает капразуха. Так, ну свою роль он выполнил. Более чем. А давайте возьмем вот этого красавчика. Моностегатопса. Блин, 13, обидно. Обидно получается. Не добиваем его. А, крит попрошел. Вообще шикарно. Раптор. Для раптора есть замедление. 18-й, это вам не просто так. Вижу раптора, бью замедляющий удар. И добиваем. Так, 350. И, ну да, какой у нас уже инкубатор? 12-часовой? Нет, снова 8-часовой. Ладно, идем дальше. Так. Тыдым-тыдым, откроемся. Стегадея. Против Эйни Азуха. Два броника. Кто кого? Первый удар не так страшен. Второй удар страшен. Так, но у нас есть время защититься от него. Так, хотя он тоже какую-то ерунду сделал. Опережающий удар. То есть я сейчас похожу дважды.
Не, прошло, прошло замедление. Паралич, ничего себе. Но у нас есть щит для этих целей. Он подменился. Е-е-е, вот это мы его продемажили. Так, ну мы выживем. У нас броня большая. А, 107 скорость, как у Индоминуса. Так, ну а вот этого парнишку мы, пожалуй, не переживем. Ну и ладно. Попробуем пережить. Главное второй удар пережить. Но не повезло. Не повезло. Так, сейчас по нам пройдет слабый удар. А мы ему ответим как положено. Раптору. Ну, благодаря броне и снижению урона он нас не похоронил, а мы его похороним. И у нас теперь есть опережающий паралич. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Ну и время подмениться. Давай, Трагодистис. Похорони его. Ха-ха. Отлично, ребята. Так, ну еще один боёчек, правда? Еще один боёчек. Это просто дешевле за 30 баксов открыть, чем там за 67. А лазаврика насыпали. Пастазух и помчались дальше. И вот отлично, как раз появился тот, кто нам нужен. Откроемся на этот раз. Вот так вот. Тираныч будет. Но вот против тирана было бы вообще классно, конечно. Открыться аласинозавром, ну ладно, что поделаешь. Ух, косарь. Полтора. Паралич. Не прошел. Так, пробил. Ну, отлично. Тогда мы берем сейчас нашего героя сегодняшней серии. И легеньким ударом и побеждаем тиранозавра. Блин. Ну, я и так был медленнее, так что как бы это вообще не пугает. Так, ну вот паралич может произойти. Нет, не может. Так, если шустрик, то я буду подменяться. Индоминус, у нас одинаковая скорость, но он быстрее. Ладно, давайте попробуем его сберечь. Может, конечно, мы и проиграем из-за этого. Блин, пробил как легко-то, да? Снижение урона на него не работает. Раптора, короче, брать. Ах, ну, что ж поделаешь.
Хотел им посражаться больше, но не получилось. Так что как-нибудь тогда в другой серии, ребята. А на этом мы заканчиваем, правда. Сейчас мы зайдем, заберем, что у нас тут. Достиженница есть какое-то. Ну? Не понял. Где, почему достижения не прогружаются? Они же прогружались. Тут, короче, мне 100 баксов хотят дать за... Не помню за что. Так, ну, а здесь ничего интересного такого. Турнир начинается через 10 дней. Ну, это тоже нас как бы вообще никак не волнует. Ну ладно, тогда все. Всем пока.